Приветствую вас, друзья! В этом видео я хочу показать вам один замечательный фокус. Думаю, он будет вам очень интересен. Для фокуса нам понадобится 6 карт. Я специально разложил их в порядке чередования красное-черное. То есть вы видите красное, черное, красное, черное, красное, черное. Итак, первой у нас идет черная карта. Убираем ее наверх. Далее идет красная, убираем наверх. Снова идет черная карта, убираем ее наверх. Затем опять красная, затем опять идет черная карта. И в конце завершает опять же красная. То есть вы видели, что карты у нас шли чередуясь. Красная, черная, красная, черная, красная, черная. Но на самом деле они сами разложились в порядке возрастания и по мастям.